Рада всех приветствовать! Сегодня я для вас подготовила узор, который вам отлично заменит лицевую гладь. Можно использовать для вязания плечевых изделий, шапки, также для вязания слитков на двух спицах, для носков, что угодно, для мужской, женской и детской одежды. Раппорт узора составляет всего 2 петли и 2 ряда. Этот узор можно вязать как поворотными рядами, так же и по кругу. Набираем в любом случае четное количество петель. Итак, давайте приступим к вязанию. Первый ряд узора. Кромочную мы снимаем, не привязывая. Далее делаем накид и вяжем 2 лицевые. После этого мы этот накид перебрасываем через 2 провязанные петельки. Вот и все, это и есть раппорт из 2 петель. Накид, 2 лицевые, перебрасываем. Накид, 2 лицевые, перебрасываем. Накид, 2 лицевые. И перебрасываем. Этот узор также можно использовать как отделку. Например, можно связать по нижнему краю изделия, а также планку. Обратите внимание, если сравнить с лицевой гладью, то края как по бокам, так же и по низу не закручиваются. Это очень удобно. В конце кромочной я всегда провязываю изнаночной. Готово, поворачиваем. И второй ряд заключительный. Кромочную снимаем и все петли вяжем изнаночными. Друзья, если был мой мастер-класс полезен, пожалуйста, поддержите меня лайком, несколько слов напишите в комментарии. Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Вот и все. Кстати, вот так выглядит изнаночная сторона. Друзья, в следующем мастер-классе мы будем вязать красивый двухцветный узор. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео, а также в комментарии на этот прекрасный, рельефный, теплый, мягкий двухцветный узор. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!